Концертная программа 59-го творческого сезона началась, что называется, с порога. Уже в фойе гостей встречала обаятельная ведущая и просила полевчан чувствовать себя во Дворце культуры как дома. И пришедшие вот уже участвуют в танцевальной импровизации. И уже все понимают, что новый сезон для всех будет праздником. Ну, не зря же здесь работает имиджмейкер. И гости принарядились в бравого гусара или вот в сестрицу Аленушку. И мы узнаем ветеранов Северского трубного завода. Мы вас узнали, Владимир Варламович Фатеев. Здесь вот и Незнайка. Словом, во Дворце культуры может каждый найти себе роль по душе. Вот тебе волшебная кисть. А это значит, все, что связано с ней, можно в новом творческом сезоне найти в творческих мастерских дворца. А это уже вокальный батл. Принимает всех желающих. Участники замечательного квеста спешат в самый большой городской зал, где почти каждый вечер звучат аплодисменты и зажигается самая шикарная хрустальная люстра в городе. И начинается праздничное действо 59-го творческого сезона. Стойте! Да-да, я вас слушаю. Подскажите, как пройти, ну, в этот, как его? Большой такой, как целое царство. На завод? Ну... Там, где учат. А, в школу? Нет, ну, где вот еще вот так вот. А, так вам во Дворец культуры надо. Вот, правильно, во Дворец культуры. Сегодня главная героиня Фрося Бурлакова, а играет ее замечательно Альбина Зуева. Полевской зритель доволен. С легкой руки Фроси Бурлаковой гости праздничного вечера узнают о талантливых руководителях Дворца культуры и их воспитанниках. Вот студия современного танца «Витамин», руководитель Наталья Собакинских. А это уже театр «Пантомима». Ребята из театральной студии. Действительно, есть чем восхищаться. Это уже на сцене обладатели гран-при областных конкурсов, дипломанты, лауреаты первой и второй степеней, участники Всероссийского фестиваля в Москве, хор «Русская песня», а вместе с ними студия «Зазеркалье». Лейтмотив всего действа звучит в коротком диалоге. Да, он относится к другой теме вечера, но ведь как правда. Милая Фрося, в культуре должно быть все, от гитары до кружки. Зритель сегодня увидел, что есть на сцене Дворца культуры. Здесь куда больше кружков, студий, секций, творческих объединений. 59-й творческий сезон это покажет. Ольга Фролова, Константин Миронов, новости «Твой день».